20 число, утром, вот 4:47 показано. Посмотреть, что там. Я встаю в 3:00. Тут видно, что пурга начинается. Сегодня 20 число. О, Надежда Васильевна выходит. К нам идет, молиться будет. Так она сейчас убирает. Три поклона. Никто не видит. Перед Богом все. Вот так. Теперь идет на молитву. На молитву. Молиться к нам утром. Все вокруг. Посмотрела погода. Я ее спрошу, какая погода. Вот дверь открывает она. Все заходит. Надежда Васильевна идет с молитвой и с улыбкой. Мир дома всему. Да, с миром принимаем. Так, Володя, печку тут поглядывай потом. Только затопил. Не хотел топить сегодня. Я о тебе думал все время. Думаю, перекал печи, ты сожжешь дом у нас. Непрерывно топишь и топишь и топишь. Так что ты маленько смотри, я не хотел топить до утра. И уже 4:00. И тогда только подумал, ты придешь, начнешь сразу кутаться, нет, затоплю. Это вот половичок, на него только уличного. На него голой ногой наступать нельзя, это улица. Территория улиц. Вот когда обувь на улице оставляют, там на веранде где-то, летом даже, у нас этого нету. Вытри там ноги как можешь, а тут теперь вот тапочки. И ты их лучше бы не оставляла их. Я сегодня еще их не спрятал. Думаю, откуда вторая пара? Ого. Это твои? Ну, конечно. Обязательно ты их забирай с собой, тут рядом. А почему? Я так забываю. Так, все, я сказал. У нас вот рыжая тут заболела, лежит. Лежит второй день. Не ест ничего. Умница наша, мышатница. А вот у кошек нет того, чтобы попроведать ее. Рядом бегает Паля, видит, что мать лежит и никогда не подойдет. Эгоистка. Вот она где, моя кошечка. Да умница такая. Вот она глядит как. В рот ничего не берет. Второй день. Сутки. Благослови, Господи, я святой водой покропил. Но тут можно было к ветеринару, ветеринара нету, да и тут там ничего не сделать. У нее мастит давнишние. Соски. Такие. Вот так. Все. На молитву. О, выскочил малышок. Сидел, не вылазил. Как на молитву, он сразу прибежал. А был на третьем этаже. Что-то ищет, что-то нашел. Мышь. Ты смотри, что делает. Да мыши, пошел в туалет. В туалет пошел. Вот он сел. Тоже благословенная скотинка. Нигде не напакостил. Там у меня земля насыпанная. Я ее подсушиваю. Он зарывает. А то я второй день не видел, когда он ходил туда. Тоже забота. Все, пошел. Дай ему что-нибудь, Володя, что он
будем молиться, а он будет страдать. Пошел проверять, где еще в ведрах лежит. Хозяин растет. Что-нибудь дай ему маленько. Подкинь. Я ему все рыбы даю. Гальяну. Здесь. О, пришла мать. Так, я тут затопил печка, чай будет. Все? Вот он бежит. Смотри, ногами не шевели он. Давай скорее, лезь сюда, лезь, давай, лезь. Учись лазить. Давай вперед. Давай, лезь. Вот так. Это молоки я ему дал, рыбе. Куда? Эшь ты какая! Шустрая. Вот я его тут закрыл. От матери спасаю его. Это Паля, мать его. Вон он. Все. Первый завтрак. Не ждет ничего. Сейчас. Вот, да, все. На молитву. Он возил рыжую вчера, это в пятницу. Там мешки все Володя перетаскивал. Вечером поставил, больше 1000 человек посмотрели. А девчонка играет тут одна. Вот подписчиков у меня там, ну, подписчиков сколько там? Ну, 27 тысяч. А у нее девчонка проиграла песенку 220 тысяч. Пропела про лягушку. Делать нечего. Вот так. Пустотой занимается. Я поневоле Жириновского вспоминаю, говорит. За Ксению Собчак проголосовала, говорит, в Санкт-Петербурге больше, чем за меня. Ну какой же это народ-то? Ни программы, ничего нету. Ну, называет ее, говорится. Ну, смотри, вот на один день-то человек придет и уже все. Популярный.